Меня зовут Ронни Колман, я восьмикратный мистер Олимпия, а в данный момент профессионал FBB. И сегодня я здесь, чтобы рассказать вам побольше о моих тренировках, питании и добавках. Очень быстро перед этим я расскажу о себе. Когда я начал заниматься в бодибилдинге, я работал на полной занятости в полиции. Большой рост от глубоких корней. Многое идет из детства. Когда я был пацаном, моя мама держала нас в очень строгом порядке. До того, как она вернется с работы, она выписывала нам четко, кто и что должен сделать до ее возвращения. Когда мы приходили со школы, мы сразу же брали за домашние обязанности впереди всего остального. И если она вернулась, а задания не выполнены, у нас были очень большие проблемы. Чем больше нагрузка на голову, тем меньше на жопу. Этот девиз со мной теперь всю жизнь. Я занимаюсь всю мою жизнь, и у меня была неплохая база. Но не в плане бодибилдинга, а в общем плане. Тренировок, поддержания формы, тренировок для игры в футбол в колледже. Я поступил в колледж и через 4 года получил диплом бухгалтера с отличием. Никак не мог дождаться выпуска и думал, скорее бы на работу. Ну, выпустился, написал штук с 1000 резюме минимум. Обзвонил много фирм и понял, что им больше всего нужно как раз то, чего мне нет. Опыта работы. Меня реально все достало, и мой друг сказал мне, я еду в Даллас. Я сказал, ух ты, я с тобой, мне все равно здесь делать нечего. Вот. Приехал я в Даллас, работа нужна. Ну, я начал развозить пиццу в качестве подработки. Я понял, что придется так работать, пока я не найду работу по специальности. Короче, прогонялся я за этой работой 2 года, но так ничего и не нашел. И я подумал, блин, что тут не так? Я просматривал газеты каждый день, и единственная работа, на которой не требовали опыта, это была работа полицейским. Ну, мой друг сказал, ну попробуй, что еще? А я ему, да ты что, чувак, это самая шарахнутая работа в мире. Хотя это не звучало шарахнуто после 2 лет безработия. Поэтому я махнул рукой и согласился. И был принят где-то через 3 месяца. Я ездил по вызовам, где до моего приезда шли в ход серьезные аргументы. Люди кричали и ругались. И тут внезапно заходил я, и они резко прекращали. Они фокусировались на мне. Ну ни хрена себе ты здоровый. Ну да, есть немного. Я не знал ничего о бодибилдинге, когда начал. Тягать железо было моим хобби. И причиной, почему я начал, было как раз то, что люди меня постоянно спрашивали, занимаюсь ли я культуризмом или нет. В какой-то момент я устал говорить «нет», я подумал, ну если меня все-таки спрашивают, то почему бы не попробовать, а вдруг зацепят. Поэтому я пошел в бодибилдинг. Это была ступенька к тому, как я есть. У меня ушло лет 8-9 диеты, тренировок и работы в полиции в полную занятость, чтобы организовать все это вместе, плюс с семьей. И сначала пришлось вырваться из любителей в профессионалы, нужно было закрепиться в профессионалах, а затем сделать все, что возможно и невозможно, чтобы выиграть в стране. Тренировки, Ронни. Я стараюсь тренировать каждую часть тела 2 раза в неделю. Поэтому получается 6 дней в неделю по часу и 15 минут тренируюсь в одиночестве. А когда готовлюсь к соревнованиям, добавляется еще и пара часов кардио. Раз в неделю, в воскресенье, я делаю выходной. В выходной я встаю рано, в 9, завтракаю, иду в церковь, прихожу домой, принимаю душ и готовлюсь к работе. Люди всегда спрашивают меня, как ты нарастил такие мышцы и как ты стал таким сильным. Но это 2 разные вещи. Я делал и то, и другое. Я был пауэрлифтером и работал на пару-тройку повторений. Например, чередовал 6-4-2 повторения. Так наращивается сила. А чтобы набрать мышечную массу, нужно чередовать 10-15-20 повторений. Так набирается мышечная масса. Это все были легкие веса для меня. Это не было резким переходом. Я занимался пауэрлифтингом 2-3 года. Когда у вас 400 кг веса на спине, то вы особо не задумываетесь. Вы думаете, как бы его поднять этот вес. Каждое повторение, вот о чем приходится думать. Я обычно тренируюсь с партнером. Если он заставляет меня тянуться за ним и работает с похожими весами. А если нет, то лучше я потренируюсь один.
Вместе мы заставляем друг друга расти. И тренировки тогда очень плодотворные. Поэтому лучше, конечно, тренироваться с партнером. Я всегда советую людям взять персонального тренера, который будет понимать, что вы делаете, смотреть, чтобы вы делали правильно и не делали неправильно. Так вы не потратите время зря. Питание, Ронни. Если вы не питаетесь правильно, вы не растете. Это тяжелый путь, но я прошел его легко. Когда я играл в футбол и все такое, я не пытался быть большим. Я ел гамбургеры, жареных цыплят, картошку жареную, такую всякую. Я удивлялся, почему я не могу нарастить хоть немного мышц. Я ел много еды, но не ел много правильной еды. Мышца строится из протеина, из белка, но это должен быть белок высокого качества. Я стараюсь есть 6 раз в день. Стараюсь набрать по 2 грамма белка на каждый фунт веса тела. Стараюсь набрать до 600 грамм белка в сутки, по 100 грамм белка с каждого приема пищи. Мой рецепт набора мышечной массы – это курица, стейк и индюшка. Это строгая диета, я не уклоняюсь от нее ни на йоту. Питание в бодибилдинге – это то же, что и двигатель в машине. Если ваше питание неправильное, то вы не будете функционировать правильно. Если в машине нет двигателя, ездить мне будет тяжело добраться туда, куда. Спортивное питание. Без спортивного питания ничего не получится. Когда я только начинал, то у нас не было столько разных добавок, сколько есть сегодня. У нас были, в принципе, основные вещи, такие как аминокислоты, протеин. Без белка вы не наберете ни унции мышц. Мы, конечно, все учимся со временем, времена меняются. Конечно, сейчас мы используем предтренировочные напитки, послетренировочные напитки. Употребляем оксид азота, это дает нам отличный буст перед тем, как вы появляетесь в зале. Он дает отличный памп, когда вы работаете в зале, и дает, ко всему прочему, много мотивации. Все это становится лучше и лучше год от года моих тренировок. Три моих основных добавки – это аминокислоты, протеин и креатин. Да, это основные. Бодибилдинг – это построение мышц. У кого мышцы больше, у кого мышцы лучше, у кого мышцы качественнее. Не думаю, что такой хороший результат получится без спортпита. Я точно знаю, что не получится. Да-да, нужно только подобрать под себя правильно. В этом ключ. Чтобы увидеть полную программу моих тренировок, питания и спортпиток, клацайте на ссылке ниже. Я Ронни Колман, 8-кратный мистер Олимпия. И чтобы получить больше информации, заходите на bodybuilder.com.